Правительственный кризис в Германии. Правящая коалиция не может определиться, как поступить с начальником контрразведки. Уволить или все же оставить на своем посту. Что он сделал и почему из-за этого такой скандал, расскажет Татьяна Лагунова. Политическую судьбу шефа ведомства по охране Конституции в официальном Берлине пытаются решить уже несколько дней. Причем на самом высшем уровне в кабинете Ангелы Меркель собираются лидеры партий, которые входят в правящую коалицию. Но компромисса пока нет. Оставлять или увольнять — эту дискуссию спровоцировал сам Ханс-Георг Массен. Он дал интервью одному из немецких изданий, в котором, среди всего прочего, сказал: нет никаких доказательств, что во время беспорядков в Хемнице правые преследовали иностранцев. А видеозаписи этой травли еще нужно проверить на подлинность. И, по сути, косвенно обвинил немецких журналистов и других очевидцев этих событий в дезинформации. Массен должен уйти, настаивают социал-демократы, и требуют от канцлера уволить шефа контрразведки. После всего, что произошло в последнее время, я не могу доверять господину Массену. Наша позиция неизменна. Он должен уйти, и он уйдет. Нет, он останется, парирует лидер ХСС и министр внутренних дел Хорст Зейхофер. Дескать, шеф контрразведки все объяснил и письменно, и на закрытом заседании Бундестага. Говоря о возможной неподлинности видео, Массен имел в виду всего один ролик, опубликованный в интернете активистами левого движения. И вообще ставить все под сомнение и несколько раз перепроверять – это и есть работа шефа контрразведки. Господин Массен выразил сожаление, что некоторые его слова были неправильно истолкованы, и я приветствую этот шаг. Как я уже сказал на заседании Комитета парламента по вопросам внутренних дел, после отчета господина Массена и дискуссии на эту тему я не вижу никакой необходимости принимать кадровые решения. Примирить партнеров по коалиции должна Ангела Меркель, как пока непонятно. Канцлер только заявила, этот спор коалицию не развалит, и назначила партнерам новую встречу на вторник. Татьяна Лагунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое бюро телеканала Интер.